Эта история произошла несколько лет назад. Был август месяц, и в моем родном городе разыгрался сильный шторм, и произошла авария на одной из подстанций. Я уже спал, но меня вызвали на работу. Я знал, что эта подстанция дает электричество объектам, от которых зависит жизнь людей. Когда я начал ремонт, стало по-настоящему страшно. Ветер был такой силы, что я едва удержался на ногах. При этом я знал, что без электричества могут пострадать люди, и их жизни зависит от меня и моих ребят. Мы все сделали быстро, и свет вернулся. Это было 5 лет назад, но я помню это как сейчас. Наша работа очень сложная, но от нее зависит жизнь людей. Поздравляю с Днем энергетика всех коллег. Света и тепла вашему дому.